Сначала скажу задание, потом будем решать, поработали это все. Итак, вот для того, чтобы работало то, что здесь загадано, используется то, что растет в лесу. Но я подскажу, сделаю подсказку, это есть на даче практически у каждого человека. Но для его работы используется то, что растет в лесу. Слова из пяти букв, у нас тема игры понятная. Вращайте барабан, вращайте барабан, мы будем с вами знакомиться. Подходите ко мне, пожалуйста. Как вас зовут, напоминайте всем. Валентина. Валентина. Валентина прислала мне очень трогательное письмо. На 7 листах. И это только здравствуйте. Можно вас попросить вот сюда выйти ко мне? Валентина на самом деле уникальный человек тем, что она тоже приехала на эту программу не одна, а с двумя сестрами. Теперь уже не близнецами, а просто с двумя сестрами. Можно попросить вас, своих сестер, представить, чтобы мы посмотрели, смогли им поаплодировать, пожалуйста. Видно же, что похоже.